8 марта – день цветов, улыбок и весеннего настроения. Хотя 8 марта погода и не баловала нас солнцем и теплом, но это не повлияло на градус этого праздничного настроения, которое неизменно испытывают в этот день не только женщины, но и мужчины. Они дарят цветы, говорят слова любви и признательности своим любимым девушкам, женам, мамам, бабушкам, а также знакомым и коллегам по работе. И это не будничное занятие делает 8 марта особенным днем и для мужчин. Мы попросили прохожих рассказать о том, как они поздравляют своих близких и что они хотели бы пожелать всем висагинским женщинам. Сегодня 8 марта, и это Международный женский день, и я всех висагинских девушек и девушек во всем мире я поздравляю с этим праздником. Пусть все будет здорово, все у них получается. Что вы скажете вот женщинам старшего возраста? Ну, вообще-то я их еще не поздравлял, но им я пожелаю долгих лет жизни, любящих детей, любящих внуков, благосостояния, всего самого наилучшего, и чтобы тоже все было очень хорошо у них в жизни. Вы несете цветы, кого-то собираетесь поздравлять? Племянниц, внучек, как обычно. Обычно девочек. Соседи уже поздравили, обменялись букетами, так что все хорошо. Кого вы сегодня лично поздравляете? Семью всю свою. Бабушку, маму, девушку. И иду сейчас подружкам вот поздравлять тоже. Все хорошо. Скажите, пожалуйста, кого вы собираетесь поздравлять сегодня? Я поздравляю любимую и маму. Любимую маму и сестру, конечно. А как настроение? Отличное. А сегодня вас кто-то поздравил? Да, мама и сестра, и, естественно, папа. Кого-то будете поздравлять? Да. Кого? Маму. Маму. А вас уже поздравили? Да. Да? Вы сегодня уже получили свои букеты? Да, да. Ну, пожелайте что-нибудь всем мамам тогда. Счастья, здоровья, да. Побольше улыбаться. Уличных палаток в этом году наблюдалось заметно меньше, но покупательская способность не снизилась. К тому же магазины предоставили большой выбор цветов и красивых букетов. Сегодня как тюльпаны? Хорошо покупают, розы слабовато. Но вообще-то по сравнению с прошлым годом лучше. Цены поменялись на цветы? Почти нет. В прошлом году, что в этом году почти одинаковые цены? Да. Но только подорожала мимоза. А так все, и тюльпаны, розы как были, так и есть. Наверное, готовитесь праздник отметить? Как живу на даче, я в дачном варианте, как говорится. Жена и три собаки. Очень приятно, погода позволяет, хорошая погода. Взаимно вас с праздником также. Спасибо. Всего-всего самого доброго. Благополучия в этой жизни. Здоровья им, улыбок побольше, хорошего настроения весеннего. Чтобы мужчины их почаще радовали своими подарками, вниманием. Всем женщинам в этот день хорошего настроения и всего-всего самого доброго. Спасибо большое. Самое главное, чтобы все было спокойно и хорошо. Поздравляем всех висагинских женщин с праздником 8 марта. Желаем здоровья, счастья и всего хорошего, денег побольше. Пусть вам радость будет, счастливая жизнь, побольше любви. Желаю всем женщинам хороших дней, всех с 8 марта и... Желаю, чтобы все провели праздник красиво. И всем здоровья, любви. Женщины самые красивые, самые умные, самые добрые, самые практичные, самые всесторонние, самые-пресамые. Всех поздравляем, всем здоровья, счастья, любви. Праздничное настроение всем дамам, красивым, чтобы были любимы, счастливы, мирное небо над головой. Конечно, это самое главное в наше время. Ну, конечно, счастье в внуках, детях. И многое другое. Спасибо. С праздничком.